Вишня степная и изобильная, не нуждается в опылении, обладает высокой устойчивостью к засухе и зимнему холоду. Этот сорт почти не привлекает вредителей и не поражается болезнями. Для его посадки подходят открытые участки, хорошо освещенные солнцем. Взрослое дерево вырастает не более 2,5 метров, что облегчает процесс сбора урожая. В конце августа созревают темно-красные вишни. С одного дерева можно собрать до 7,5 килограмм кисло-сладких плодов. Ягоды универсальны в использовании, подходят для переработки и консервации, но не переносят длительной транспортировки. Лавра вишни изобильная – это дерево с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка белая. Лист растения по форме широко ланцетный. Лавра вишни изобильная имеет средне-поздний срок созревания. Вкус сладкий. Важно, что лавра вишни изобильная самоопыляемый, обоеполый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.